все для вас, мои дорогие, любимые мои подписчики. А сейчас все озвучу. Где мои очки? Плохо вижу. Откуда ты здесь, симпатяга? Всех приветствую. Могу с гордостью сказать, что работа над русским любительским дубляжом завершена. Ура! Но в будущем все равно предусмотрены патчи и обновления для исправления ошибок, естественно. На момент выпуска ролика на мод подписано более 50 тысяч человек, что говорит о том, что я тут не зря горбачусь все-таки. Всякие бусти с постоянным прошением денег я заводить не стану, так как совесть не позволяет, но вы всегда можете поддержать мой труд на Donation Alerts, сказать этакое спасибо за работу, ссылочку оставлю в закрепленном комментарии и в описании. Я не думал, если честно, что так далеко зайду с данным проектом и буду очень благодарен вам за поддержку. Что ж, не буду терять время и поэтапно вывалю всю новую информацию касаемо обновлений, модификации русского дубляжа для Дипрока. Этакая фиксация всех достижений и подсчет моих поседевших волос за время работы. Итого, русский любительский дубляж — это мой авторский мод, нацеленный на адаптацию Дипрок Галактик на русский язык соответственно. Главной задачей модификации была не прямая переозвучка, а адаптация, чтобы, скажем так, наш фольклор чувствовался. Да, я понимаю, что это не по канонам оригинальной озвучки, но, как мне показалось, без подобных отсылок к нашей культуре адаптация просто потеряет свою изюминку. Потому дворфы иногда бросаются цитатами из старых советских фильмов, анекдотов и каламбурят на наш лад. Как яркий пример, когда дворфы орут тосты в баре, в оригинале есть фраза «Hello darkness, my old friend», а в адаптации я сделал двойной вариант. Здравствуй, тьма, мой старый друг, черный ворон, что ты вьешься? Вот, надеюсь, теперь понятно, что я подразумеваю под адаптацией, и, естественно, отсылки есть не только к нашей культуре, но и к зарубежной. Кабы не было зимы всей пещере темной, закрой-ка личико, Гюльчатай, командовать парадом буду я! Пасть порву, моргалы выколю! Эй, жуки, давайте жить дружно! Ну, жучара, погоди! Тьфу на вас еще раз! В очередь, сукины дети, в очередь! Также отмечу по многочисленным запросам сделано два варианта дворфийского девиза. Скала и камень и рок-н-стоун. Скала и камень! Рок-н-стоун, братишка! На русском в игре говорят дворфы моим голосом, центр управления озвучил Rudy Games. Также я сделал опциональное дополнение к дубляжу, где почти у всех роботов есть свои уникальные голоса. Его нужно устанавливать отдельно, так как я прекрасно понимаю, что это не всем зайдет. Rock'n'Stone. Это эксплуатация моего труда. Простите, что иногда стою у вас на пути. Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Доверьте эту работу мне. На момент релиза в наличии имеется более 7000 реплик для дворфов, что гораздо больше, нежели чем в оригинале, а для центра управления у нас больше 1000 уникальных реплик. Абсолютно все фразы сопровождаются субтитрами, сделана система ограничителя реплик, дабы один дворф не перебивал сам себя. То есть новая реплика не начнет воспроизведение, пока не будет завершена предыдущая, и сделано это во избежание наложения звука, что в оригинале лично меня очень раздражало. Двигай грязь, жуков дави, лучше дела не найти. Подвязана система условий, как, например, дворфы будут перекидываться репликами, адресованными конкретному классу. Инженер иногда будет подкалывать скаута и наоборот, и бурильщик со стрелком тоже будут обмениваться любезностями. Разведчик, не боись, папочка тебя прикроет. Давай, давай, инженер, нагоняй! Не дайте себя окружить! Краснозадая мишень для твоих турелей, инжи! Зацените, какой у него бампер! Гнилемет, разведчик, займись гаденышем! Также к условиям относится нахождение в определенной биоме, как, например, в ледяных наслоениях дворфы будут периодически отмачивать тематические шутки про снег и холод. В соляной яме, тыкая на нитру, будут говорить про то, что как хреново видно красную нитру на красной породе. В пустыне будут иначе говорить, тыкая на золото и так далее. В плане вариативности условий я сделал очень много разнообразных реплик, замешанных в основной пул, и вполне вероятно некоторые фразы вы услышите впервые спустя долгие часы игры. Тыкайте указкой во все подряд, короче. Нитра с породы сливается, но я заметил.
Вот бы красный сахар был в таких же объемах. Что-то блестит! А нет, это просто кварц. Золото забираем, песок оставляем. Красный сахар, наверное. Лизните, узнаете. Также замечу, в оригинале есть множество моментов, где одни и те же фразы используются для разных игровых ситуаций, как, например, выпиваешь пинту горящей любви, и полыхание труселей сопровождается обычными «ай-ой, больно», которые слышно при ходьбе, например, по горящим углям. Я пошел дальше и сделал для подобных моментов уникальные реплики. Это только один пример из огромного множества. Труханы горят! О, черт возьми! Адаптацию я изначально делал для тех, кто не очень умеет в английский язык и задолбался читать субтитры. Ну или просто хотел бы слышать русский голос в игре для более шустрого отклика с происходящим вокруг. Или, как я, не любит подключать voice, благо игра позволяет общаться через обычную лазерную каску. Deep Rock стал моей любимой игрой несколько лет назад, и его статус за все эти годы не поменялся. Я все равно постоянно возвращаюсь. Потому эта модификация, по сути, мое проявление любви к данной игре и подарок для русскоязычного сообщества. Никого не обязываю устанавливать мод, понимая, что кому-то комфортнее играть на английском, либо не понравятся голоса, либо уже ушки привыкли к несравненному оригиналу, потому все это дело по желанию. Ну и дисклеймер. Я не профессиональный актер озвучки, меня можно назвать обычным дилетантом, но в озвучку я вложил всю свою душу, как бы то громко ни звучало. Я считаю до 5, не могу до 10. Вышел дворф из тумана, вынул кирку из кармана. Загадочно. Да я идеально подойду под местное убранство. Соскочил. Маткой дыши, блядь, чтоб нормально озвучивать. Упой, что ли. Скала и камень! Ой, блин. Так и надо. О! Пузо! Знаешь, ты так обычно орёшь, когда на толчке сидишь. Я это удалю. Так как это мой давний пэшн-проект, который я сказал, что сделаю, значит, блин, сделаю. Руди тоже не виртуоз, но внес огромный вклад в дубляж и очень старался, так как тоже родил за качество. И немножко истории создания мода. Изначально все голоса как дворфов, так и центра управления принадлежали мне, однако одноголосость плавно улетучилась в феврале 23 года. На одном из стримов в начале года ко мне на огонек забежал замечательный товарищ Руди Геймс и предложил подарить свой голос центру управления, на что я охотно согласился. Не каждый день к ноунеймам, типа меня, на стрим забегают популярные ютуберы и вот так вот бескорыстно предлагают помощь. В итоге примерно за полтора там или два месяца центр управления обзавелся новым голосом, была проведена ревизия многих реплик, и результатом я более чем доволен. Руди отработал на все 120%, по моему мнению, скромному, и за что ему огромнейшая просто благодарность. Нет, я не актер озвучки, это не профессиональная херня. Просто я записался, так сказать. Я вписался в тему с любительским переводом Deep Rock'а. Я скажу так, Думеру нравится, Думер доволен, и я доволен. Сам Думер озвучил гномов, вот, а я озвучил диспетчера. Поэтому, да, вот, так сказать, да. Поднимайтесь на борт, капсула готова к запуску. Мне нравится. Приказы от руководства прекратить танцы и заняться делом. Также я хочу сказать спасибо всем, кто предлагал и предлагает до сих пор дополнительные реплики в комментариях, дает фидбэк по несостыковкам реплик и субтитров и в целом оповещает меня о каких-либо багах. Спасибо вам огромное. Вы немного облегчаете мою ношу и вносите свой вклад в модификацию. Один момент отмечу сразу. Предложение в стиле «А найми еще трех актеров озвучки и сделай каждому дворфу свой уникальный голос», к сожалению, это не прокатит. И тут не во мне причина, а в техническом барьере. Надеюсь, пояснил. Если кто хотел разные голоса для всех дворфов, увы, возможности это реализовать пока нет. Shout Framework, на основе которого сейчас лежит дубляж, это, возможно, в будущем позволит разделять классы и звуковые дорожки, но пока, как говорил автор мода, это все в планах. В итоге, после крайне кропотливой и времязатратной работы с текстом, озвучкой, обработкой звука, ковыряния в моде, спустя 2 года я выкладываю полноценный релиз.
словами не описать, сколько сил и времени ушло и еще уйдет на то, чтобы отполировать мое детище. Но все же энтузиазм и болезнь под названием перфекционизм обязывают пахать над этим дальше. Вот такие дела. Как я и сказал ранее, хоть я выпускаю мод под цифрой 1.0, это не отменяет дальнейшей работы над ним. Обновления игры все равно периодически выходят, появляются новые реплики, как для дворфов, так и для центра управления, и я это дело не забрасываю. Спасибо за внимание, поздравляю всех, кто следил за модом с полноценным релизом, ну и себя, соответственно, тоже поздравляю. Но скоропостижные патчи после релиза, конечно, никто не отменял. В общем, Rock'n'Stone, товарищи, или же... Скала и камень!